усім. усім вас у студії медіахолдингу Відкритий це програма ФРЕШ. Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Від алергії кожного року страждає дуже багато людей, які ж методи лікування вважаються найефективнішими. Саме з цим питанням звертаємось до лікарки-алерголога. І це кандидата медичних наук Ірина Агафонова. Сьогодні у нашій студії пані Ірино, доброго дня! Раді доброго. бачити вас у нас. І справді в такий сезон, коли починається вже розпал алергії, коли дуже. Багато людей страждають. Звичайно, хочеться зробити щось корисне для них. Треба зробити так, щоб ці люди менше страждали. Чи є засоби, які допоможуть саме зараз? Звісно, ми не говоримо про ті профілактичні засоби, які потрібно було робити ще минулого року, чи це ще взимку, чи минулого року навесні або восени. Але ж зараз, якщо така кризова критична ситуація, то які засоби нам можуть допомогти? Я хочу сказать, начать, вернее, свой, эм, свое выступление с того, что в нашем регионе существует три пальцевых волны: первая пальцевая волна, когда цветут деревья и кустарники. Вторая пальцевая волна это когда цветут луговые травы. И э, вот это сейчас будет последняя третья пальцевая волна. Но уже начали цвести подсолнухи и уже цветет кукуруза, которая тоже вызывает аллергическую реакцию, поскольку они относятся к одному ботаническому семейству. Аллергический ринит сезонный. Он в линейке аллергических заболеваний занимает первое место. И понять... Очень многие люди сразу не могут сориентироваться, что это все-таки аллергия, а не вирусное заболевание, потому что проявляется так же, как проявляется вирус. Это и насморк, и чихание, и блокада носового дыхания, и зуд в глазах, слезотечение. По-разному проявляется. А лечат вначале, начинают вот лечить. Угу. Да, простудное заболевание или вирус. И, к сожалению, поздно обращаются к докторам-специалистам, пытаются лечиться сами. Или по рекомендации соседей или сотрудников рекомендуют применять антигистаминовые препараты. Хочу сделать акцент на том, что... Антигистаминовые препараты не всегда помогают. И вот тогда, когда э, люди пользуются этими препаратами, в прошлом году пользовались, они помогали и было хорошо себя чувствовали, в этом году угу. может эффекта это от них может угу. не быть. И это не потому, что это контрафактные препараты, которых, к сожалению, у Тэжи. нас на аптечном угу. рынке их может быть много в том числе и антигистаминовые препараты. Дело в том, что в основе любой аллергии, как бы она себя ни проявляла, или это ринит с конъюнктивитом, или это крапивница, или это дерматит, или это бронхиальная астма, и такое может быть. Применяя э, системные антигистаминовые препараты, люди не получают эффекта и не понимают, что происходит при этом. Может, это аллергия, а может, это и не аллергия. Такое тоже бывает. Дело в том, что в этот период не только пыльца летит, mm -hmm. еще идет спороношение у домашних грибов. И mm -hmm. когда человек... Акцентирует вот, свое внимание на том, что вот в этот сезон он себя плохо чувствует и не может понять. Надо обращать внимание на погоду. Обычно аллергики, которые страдают аллергией к пыльце, плохо, очень плохо себя чувствуют перед началом дождя, угу. потому что поднимается ветер и пыльца летит. Надо заметить, что Аллергию вызывают ветра, опыляемые растения. Пыльцу несет ветром, и говорят, вот почему мы болеем чаще, мы живем в городе, а болеем больше, чем жи болеют люди в сельской местности. Объяснение очень простое этому: в городе высотные дома, и эта пыльца с ветром кружит, угу. облетает внутри, так, внутри, угу. внутри двора. Угу. попадая в открытые окна, поскольку жарко, э, и поэтому вызывает вот такие вот обострения. Люди же, которые страдают аллергией к грибам, плохо себя чувствуют во время дождя или сразу после него, когда сыро. Угу. Разница в этом. Но поставить точки над И. Может только врач-аллерголог, конечно же. Дезнательно, что с конечно, у вас аллергия? Конечно, конечно, у -у -у. конечно. Сами разобраться пациенты не всегда могут, потому что может быть такая ситуация, когда и есть и аллергия на пыльцу, и аллергия на грибы. Так. Имеет вот... значение и в этой ситуации, вот сейчас вы поставили вопрос, что делать сейчас. Во-первых, <кх> пациенты должны... Обязательно обратиться к доктору аллергологу. Почему? Доктор расскажет, какая нужна диета. И это очень важно, потому что есть пациенты, которые обожают мед, угу. обожают початки кукурузы, которую есть нельзя людям, у которых есть аллергия на это. Угу. Нельзя есть персики. Нельзя есть абрикосы. Ну, вот наисмочнейшее и не можно. Конечно, ну, потому что вымыть оттуда пыльцу практически нереально. А для организма, для того, чтобы понять, как протекает аллергия, не обязательно ее вдыхать. Это можно получить совершенно спокойно через пищеварительный тракт. Тобто, якщо е, зараз гостра ситуація, так і людина відчуває і е, прояви нежиттю, і можливо астматичні прояви, е, чи там свербіж покрасніння, то вона повинна розуміти, що ось зараз той гострий період, в який потрібно звертати увагу на усі рекомендації лікаря. Якщо дієта, нехай тоді буде дієта, так якщо Конечно. можливо якісь треба прийняти препарати, то теж треба це зробити, звісно, ну теж які назначать препарати во у всьому світі... Аллергию вот такую, сезонную, никто не лечит антигистаминовыми препаратами. Во-первых, я уже говорила о том, что имеет значение реакция иммунной системы. Она не всегда реагирует таким образом, когда антигистаминовые препараты будут помогать. Она может реагировать по-другому. И будет такой тип иммунного реагирования, когда нет гистамина. И что тогда делать в такой ситуации? То есть в этом вопросе должен помочь доктор-специалист. Это один момент. Второй момент считают, что если есть доступ к органу, шок-органу, так называемого вот в аллергологии есть такое понятие шок-орган, то есть если это ринит, значит шок-органом является нос. Если это глаза, шок-органом являются глаза если это конъюнктивит. Если это бронхиальная астма, шок органом являются бронхи. То есть есть доступ местный. И для этого совершенно не обязательно глотать какие-либо таблетки. Сейчас у нас на аптечном рынке очень много есть препаратов аэрозольной, которых достаточно один раз в сутки забрызгать. В полость носа. І це вже будет достаточно для того, чтобы обезопасить себя от алергії. А, пані Ірино, ну насправді багато є різних препаратів. І ми кожного дня чуємо рекламу, особливо коли в. Період починається, так то е, дуже багато, і е, люди починають на собі випробовувати. Кожен з них, ось я оцей спробував, не, не допомогло. Я тепер інший, і так далі. і так далі. Тобто, кожного року з'являються якісь нові препарати, які людина на собі випробовує. Звичайно, це може бути шкідливо для організму. Конечно. Я хотіла запитати вас, е, що може бути найшкідливіше в такому випадку, коли людина або сама себе лікує, або е, слухає сусідів там чи рекламу, і так далі. От в тому та -то й вся біда. Заключается в том, что люди у нас почему-то не очень доверяют врачам и слушают с удовольствием слушают соседей, почтальона, дворника на худой конец, которые рассказывают, как надо лечить аллергию сезонную. Это очень неправильно. Кроме того, нужно иметь в виду то, что я же говорю: что не всегда есть гистамин во время аллергической реакции. Ну и сколько человек может попробовать на себе этих разных антигистаминовых препаратов с разными названиями. Но это все равно одна группа препаратов. Поэтому я считаю, что и акцентирую на это внимание, и рассказываю пациентам, не делайте этого. Вы не можете перепробовать все, что есть в аптеке. Вам в жизни не хватит на это. Поэтому есть выход из, этого, из этой ситуации нужно обратиться к врачу специалисту. Пані Ірино, справді дійсно це так і потрібно, щоб так було. Але ж якщо людина вже ну, наприклад, вирішила для себе розібратися зі своєю проблемою, так розібратися зі своєю імунною системою, наскільки зараз це можливо зробити, чи є у нас усі ті можливості медичні, я маю на увазі, які допоможуть людині знати одразу вже, так що на що саме у неї алергія? як Правильно її лікувати. Чи допоможе їй той препарат, чи допоможе інший, і за скільки років вона може вилікуватись повністю від алергії? Я поняла ваш питання. Лабораторії у нас є. Є і лабораторії європейського рівня, такі як Синева, Інвітро, різні є лабораторії, которые існують всю імунну систему. Но Нужно потом этот анализ уметь прочитать. Угу. Не все умеют его прочитать, и не все знают, что в этой ситуации нужно делать. Значит, тут нужно обращаться к врачам, может быть, клиническим иммунологам, которые у нас есть. Их они в небольшом количестве у нас, не так, как аллергологов, но они есть. И они могут в этой ситуации помочь разобраться с этим. Какой препарат лучше использовать? Вообще, если человек пользуется антигистаминовыми препаратами и они ему помогают, то они Можно, уже обычно заучить. пациенты уже это все на себе попробовали и они это знают. Но если обратил человек внимание на то, что в прошлом, позапрошлом сезоне ему этот препарат помогал? А в этом сезоне не помогает. Наверное, причина какая-то другая. Нужно задуматься, а не пробовать все эти препараты на себе. Угу. Они все одинаковые, это все антигистаминовые препараты. Они имеют разные названия, но действующее вещество у них может быть одно. Так. Ну і насправді знаєте, коли людина живе, наприклад, в селі і живе в місті, так коли страждають діти? А ось цього року насправді ми всі ще з пандемією, так ми знаходимося в такій ситуації, коли ми боїмося захворіти і на ковід, і можемо страждати від алергічних проявів. Тобто тут виходить у нас такий симбіоз усього. І скажіть, будь ласка, от як діяти цього року? Чи може зараз змінився підхід до? аллергии uh, нет подход, подходы не изменились подходы одинаковые но самое главное что сделать как разобраться это аллергия или это вирус при вирусе обычно высокая температура это uh -huh. самое первое при аллергии такого не бывает uh, если человек знает уже если он каждый год болеет в одно и то же время, в один и тот же сезон. И он обратил внимание, что когда прошел дождь, все в порядке. Как только опять выглянуло солнце и начался ветер, уже не в порядке. И в такой ситуации опять начинаются проявления клинические, то надо задуматься над тем, что это не простудное заболевание и не вирусное нужно обратиться к врачу-специалисту. Что касается диагностики, вот сейчас в период обострения кожную диагностику уже ну, мы не проводим. И сейчас есть довольно, ну, скажем так, более четкие методы диагностики по анализу крови. Uh -huh. когда лаборатории, вот те, о которых я говорила, европейского уровня лаборатории, они позволяют определить вот этот вот агрессивный иммуноглобулин, который наработала пыльца в прошлые сезоны. Uh -huh. И это, наверное, все-таки будет правильно и более правильно и более, более четкий анамнез. Бывают ситуации, когда... У человека, вот приходит он осенью, когда уже все закончилось, ставим, проводим кожное тестирование, а, а пробы отрицательные, mm -hmm. а проявления клинические имеются. Так что это, есть аллергия или ее нет? Есть аллергия. Просто иммунная система не всегда может нарабатывать вот именно этот иммуноглобулин И, mm -hmm который агрессивный, бывает такое, который проявляется на коже, который мы определяем этими кожными тестами. Бывает, когда иммунная система нарабатывает антитела другого класса, G, которые на коже не определяются но они будут определяться на шок органе поэтому для того чтобы проверить какого характера насморк есть вот у человека в данный момент в данную единицу времени никому же не запрещено вот как вы говорите иметь два заболевания а то и три угу. как определить что это есть очень простое исследование которое называется назоцитограмма это клинический анализ э, назального секрета Слизь берется слизь из носа, э, красят ее, как красят кровь, когда считают формулу крови, и смотрят, какие клетки в данную единицу времени преобладают. Если там высокий уровень эозинофилов, однозначно это аллергия. Угу. Если эозинофилов нет, ищите другой. Потому что на коже... Проверить сейчас период цветения невозможно, нельзя этого сделать, потому что, во-первых, эти реакции могут быть извращены за счет того, что идет активное цветение, а во-вторых, они просто могут быть недостоверны. А если человек заболел первый раз? Так, взагали не то это Вообще непонятно, угу. что это. Поэтому вот существуют такие вот методы диагностики лабораторной по которой можно сориентироваться врачу любой специальности. И потом уже ориентироваться и, и рекомендовать пациенту обратиться либо к лор-врачу, либо к алергологу, либо к неврологу, который займається сосудами головного мозка. І такое теж може бути, пані Рино. А ну насправді дуже добре, що ми сьогодні змогли розібратися, бо люди багато чого роблять в той період, коли їх просто спіткала невдача така серйозного характеру, да, бо алергія конечно. вона просто настільки сильно може захопити людину, що вона не знає, що робити в даний момент, і ось совершенно, доводиться совершенно совершенно. Правильно. И вот в том-то том -то вся беда и заключается, что у нас, если не знают, что это, ну, вот температура нормальная, а mm -hmm. человек чихает, с носа льет, вода это что? Это аллергия. На аллергия А ли? на самом деле это может быть вазомоторный насморк. Может быть, так, поэтому... это ликар, может разебраться, <laughs> проводится. Конечно. Поэтому призыв пациентам и тем, кто смотрит нас, не лечитесь сами обратитесь к специалисту, вы всегда получите полную, адекватную консультацию, и вам расскажут пошагово, что... Зачем нужно делать? дуже дякую вам, пані Ірино, що ви так сьогодні змогли достукатись. Я дуже сподіваюся, що люди дивилися Будем і підляти. так і будуть розуміти, що треба робити в цій даній ситуації. Конечно. Звичайно ж, хочеться, щоб всі були здорові Конечно. і поменше зверталися до лікарів. Конечно. Так? І я теж желаю всім крепкого здоров'я. Ну ще тікатимемо вас наступного разу, і теж вам бажаємо міцного здоров'я. хочеться, щоб все було добре. Ми зустрінемося Спасибо. з вами вже за декілька хвилин. Спасибо.